Всем привет! Сегодня я хочу сделать засов вот сюда. Я нашел арматурину, две трубки и пластину. Я хочу сварить вот сюда такой засов. Также я взял сейчас сверло на 6 по металлу и просверлю 4 дырки по краям, чтобы потом туда болты вставить и закрепить саму пластину на дверях. Я на этой пластине просверлил 4 отверстия под такие болты. Все, он заходит. Делаю это все из подручных материалов, то, что у себя нашел в сарае. Я эту трубку разрезал пополам. Я ее также сейчас приварю. Этот штифт приварю сюда. Сам шпингалет заходит и опускается. То есть эта трубка будет как служить упором, чтобы он обратно не уходил. Потом опять же при открывании опять он поворачивается и уходит назад. Ладно, сейчас я вот эти все три части попробую сварить, приварить по бокам. Посмотрим, что получится. Итак, я закрепил шпингалет. Теперь мне надо будет сваркой захватить вот эти трубки. Я их прихвачу и потом уже обварю. И уже в конце я уже буду наваривать здесь вот этот такой. Вот получается так. Так, сейчас я поставлю, выставлю ток не сильно большой, чтобы не пережечь, потому что металл он сильно тоненький. Ну что, погнали! Получился такой шпингалет. Принцип работы. Опустил все. Все, шпингалет готов. Теперь я его буду устанавливать.